Всем привет, с вами Ромашка. Сегодня я вам покажу маникюр в этническом стиле. Для основы дизайна я выбрала два неоновых лака от Finale, номер 104 и 107. Далее наклеиваю трафареты. У меня от Kiss. Они имеют очень клейкую основу, поэтому перед нанесением на ногти несколько раз их приклеиваю на кожу, чтобы не испортить покрытие. Теперь наношу лак поверх трафаретов. Лучше использовать плотные лаки, чтобы с одного слоя перекрыть предыдущий цвет. Так как у меня желтый слегка прозрачный, то после нанесения на розовый получился оранжевый оттенок. Но оказалось, это ничуть не портит дизайн, но лучше иметь это в виду. Теперь добавляю несколько белых элементов. Трафареты нужно снимать либо через несколько секунд после нанесения лака, либо уже только после полного высыхания. Далее с помощью черной краски для дизайна ногтей от Kiss провожу линии на стыке цветов. У данной краски очень удобная и тонкая кисть, поэтому легко наносятся ровные линии. Теперь в произвольном порядке наношу полоски, треугольники или ставлю точки. Также добавляю белые линии. Тут уже все зависит от фантазии. После полного высыхания покрываю ногти матовым топом. Вот такой этнический маникюр у меня получился. Если дизайн вам понравился, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал и читайте меня ВКонтакте. Всем большое спасибо за внимание. С вами была Ромашка. До встречи!